Сквер в квартале, ограниченном улицами Хмельницкого, Разина и Батюградская, в Саранске официально открыли осенью прошлого года. Место горожанам понравилось. Не нужно далеко идти, защищено от автомобилей, есть тень, детские и спортивные площадки. Недалеко от входа тогда положили большой гранитный камень. Священнослужители говорили, что здесь будет часовня. Весной строители начали копать котлован под фундамент. Камень на месте строительства этой часовни Державной Божьей Матери был заложен как раз в день празднования Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, когда мы празднуем День народного единства и день как раз освобождения от польско-литовских интервентов. И в этот день был заложен камень по строительству часовни. Ну, теперь уже началось и ведется строительство активное данной часовни, но уже было выбрано наименование в честь Божьей Матери вот, Державной. Сквер посвящен защитникам Донбасса, поэтому и на этом месте, как знак памяти и дань уважения, решили поставить тоже часовню в честь защитников. Защитников нашего Отечества, в честь защитников Донбасса. Часовенка, она строится в честь Державной иконы Божьей Матери. Сейчас на площадке у часовни работают каменщики, очертания уже отчетливо читаются. Стены будущей часовни решено сделать с барельефами, говорят священнослужители. Это будет место, куда верующие смогут прийти помолиться, поставить свечку и попросить у небесной заступницы нашей страны покровительства во всех делах. Мы уже видим стены. Осталось немного штукатурной работы, завершить кладку штукатурной работы, кровли, куполочек. Ну, я думаю, что месяца два, наверное, и мы сможем уже быть участниками торжественного освящения и открытия этой часовни. Внутри часовни разместится освященный образ Державной Богоматери. В определенные, наверное, дни каких-то памятных дат здесь будем собираться для того, чтобы или служить молебен, или совершать литию по погибшим воинам и погибшим вообще в той зоне. Юлия Парунова, Александр Зюзяев. Наши новости.